quiet. Что если я хочу, чтобы люди замолчали, all I have to do is ask you to pray. Все, что мне нужно сделать, это попросить вас помолиться. Shall we pray? Давайте помолимся. Father, thank you for bringing us again. Отче, благодарю Тебя, что Ты снова собрал нас вместе. We are trying to learn what You want us to do. Мы пытаемся понять, что Ты желаешь, чтобы мы делали. We have questions. У нас есть вопросы. We need Your guidance. Нам нужно Твое руководство. We want to serve. Мы желаем служить. Sometimes we don't know where. И иногда мы не знаем где. Sometimes we don't know how. Иногда не знаем как. But our hearts are looking to You now. Но мы обращаем наши сердца к Тебе сейчас. And we pray that You will give us the answers that we need. И молим, чтобы Ты дал нам ответы, в которых мы нуждаемся. And we thank You in Jesus' name. И мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Have you turned to Colossians chapter 1? Откройте, пожалуйста, Колоссянам первую главу. We're going to read the verse again that we read the other day. И прочтем еще раз текст, который мы уже читали недавно. The apostle Paul is writing. Мы читаем Писание Павла. And he has a huge burden on his heart. И на сердце Павла есть бремя. Verse 9. В девятом тексте он выражает его. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray and to desire for you. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить. That you might be filled with the knowledge of God's will in all wisdom and spiritual understanding. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Paul is earnest about knowing God's will. Павел искренне желает, чтобы мы знали Божью волю. Because he knows that we cannot please someone. Потому что он знает, мы не сможем кому-то угодить, если мы не знаем, что угодно ему. Поэтому нет смысла в том, чтобы мне покупать для моей жены красную розу. Because I know that she prefers carnations. Если я знаю, что она предпочитает другой цветок. Carnations. Carnations. It's a flower. Неизвестного рода цветок для переводчика. Не, это не гвоздики. Volume 3 of the Testimonies 467, paragraph 0. Третий том свидетельств, 467 страница. The Lord reveals His will to those who are earnest and anxious to be guided. Господь открывает свою волю тем, кто серьезен и искренне желает быть руководимым. The reason for your inefficiency, причина вашей неэффективности, is that you have given up the idea of knowing and doing God's will. Это потому, что вы отказались от мысли, что можно знать и исполнить волю Божью. Therefore, you do not know anything positively. И поэтому, наверняка, вы ничего не знаете. How important is it for you to know God's will? Как насчет вас? Важно для вас знать волю Божью? If you knew God's will, would you do it? Если бы вы знали волю Божью, исполняли бы ли вы ее? Or would you be like Jonah? Или бы вы уподобились Ионе? And go the other way. И бежали бы в другую сторону? Yeah. There's no point in asking God to guide us. Нет смысла просить Бога руководить нами. If we do not intend to follow His leading. Если мы не намерены следовать Его руководству. That's what we saw in the last lesson that we studied together. И как раз об этом мы говорили в предыдущем уроке. God had a special place designated on earth where Jonah was to labor for God. У Бога было особое, предназначенное именно для Ионы место, в котором он должен был совершить служение для него. But he had to go there and he had to do it. И ему нужно было пойти туда и совершить его. Now, here's the question. А теперь следующий вопрос. Is it possible to know where God wants us to labor for him? Возможно ли знать, где Бог хочет, чтобы мы трудились для него? Is it also possible not to know where God wants us to labor for him? И возможно, что мы можем не знать этого. Are there some people who are not where they are supposed to be? И есть ли такие люди, которые находятся не там, где должны быть? But what about you?
Как насчёт вас? Are you where you are supposed to be? Находитесь ли вы там, где вы должны быть? Are you doing what you were supposed to be doing? Делаете ли вы то, что должны делать? Are you worried about that? Беспокоит ли этот вопрос вас? I have met many people who are worried about that. Я встретил много людей, христиан, которых беспокоит этот вопрос. They don't know if they are where they're supposed to be. Они не знают, там ли я, где я должен быть. They don't know if they're doing what they're supposed to be doing. Делаю ли я то, что я должен делать? Listen. Послушайте. I cannot tell you where you are supposed to be. Я не могу сказать вам, где вы должны быть. But I can tell you something. Но я могу вам сказать нечто другое. God loves you. Бог любит вас. And God is eager to guide you. И Он жаждет, чтобы руководить вами. As a matter of fact, I can tell you just what to do. И, кстати, я имею совет для вас. Что нужно делать, чтобы знать? To receive God's guidance. Чтобы обрести Божье руководство. And it is only one thing. И это заключается в одной вещи. And there is no one in this room that cannot do this. И нет ни одного человека в этом you помещении, кто не смог бы это сделать. Вы можете это делать. You will know what God wants you to do. И я гарантирую вам, что вы сможете узнать, что Бог хочет от would вас. You like to know what it is? Хотели бы вы знать с такой гарантией? Okay, here it is. Вот это что. Do that which lies nearest at hand. Делайте все возможное там, где вы есть. And do it with all your heart. И делайте это со всех сил. You might not be where you're supposed to be. Вы можете сейчас и не быть там, где должны быть. Ah, but if you pray to God. Но если вы помолитесь Богу. And ask Him to guide you. И попросите руководить вами. This is the only thing that God expects from you. И вот первый шаг, который Бог ожидает от вас, это что там, где вы вот сейчас находитесь в жизни, вы начнете от всего сердца, все силы прилагая, трудиться для Него. And when you do it, и когда вы вот так начнете жить, He will say, Бог признает вас своим и скажет, there's a young man that I can trust. Вот молодой человек, которому Here's я могу доверять. Woman that I can use. Вот девушка, которую я могу использовать. Everything she does to the best of her ability. Все, что он или она делает, они делают, насколько они только могут хорошо. I can grow a person like that. Я могу работать с человеком таким, как он. And he can. И он может. Because he will find you doing a little work very well. Он будет видеть, что вы маленькую работу делаете хорошо. And he will say, come over here. И он скажет вам, поднимайся выше. Here's a greater work for you to do. Здесь есть больше, более ответственная работа And you will для тебя. Do it with all your heart. И если вы будете делать и вкладывать все сердце в нее, Then he will say, come here. То он скажет тогда, иди I have сюда. A greater work for you есть to do. Еще более ответственная And a greater работа. Work still. И еще более великая работа. And we will grow and grow and grow. И вы будете возрастать и возрастать Turn и возрастать. With me to Ecclesiastes chapter 9. Откройте книгу Екклезиаста, 9 главу. You know the verse that I am going to. Вы наверняка помните стих, который я собираюсь процитировать. We look at verse 10. 9 глава Екклезиаста, 10 стих. Whatever your hand finds to do, все, что может рука твоя делать, do it with all your might. По силам делай, изо всех сил делай. This is the secret. Вот в этом секрет. It is so simple. Он такой простой. If every child acted on this same principle, если бы каждый ребенок воплощал этот принцип, we could grow an army for the Lord. Мы бы вырастили армию для Господа. You know, when I first went to work, вы знаете, когда я впервые присоединился к служению, я думал, if I can work the least I can work and make the most money, I will be happy. О, если бы впервые, когда я вообще устроился на работу, я думал так, о, если бы я можно было поменьше делать и побольше получать. So I tried to make lots of money. И поэтому главная моя цель была побольше заработать. But working чуть-чуть. Но при этом работать чуть-чуть. Doesn't work. Но так не получается. Do you know why it doesn't work? Вы знаете, почему не получается? Because так? I am not growing my skills. Потому что при этом мои способности не возрастают. Because I am not growing my strength. Я не увеличиваю свою силу. Because my mind is not developing. Мой разум не совершенствуется. And so we will not do a better work in the future. И поэтому в будущем мы лучшую работу не сможем совершать. Ecclesiastes chapter 11. Екклезиаста, 11 глава. Verse 5. Пятый стих.
As thou knowest not what is the way of the Spirit. Как ты не знаешь путей ветра, wind in Russian. The wind. Nor how the bones do grow in the womb of her that is with child. И того, как образуются кости в чреве беременной. Even so thou knowest not the works of God who makes everything. Так не можешь знать дело Бога, который делает все. Can we know everything that God wants to do? Можем ли мы знать все, что Бог делает? Why no? А почему нет? Can we know why things happen the way they do? Можем ли мы знать, почему случается то, как оно случается? Why no? Почему нет? Volume 4 of the Testimonies. Четвертый том свидетельств. 420, paragraph 0. 420 страница, второй абзац. Our Heavenly Father. Наш Небесный Отец frequently leaves us in uncertainty in regard to our efforts. Часто оставляет нас в неведении относительно, относительно нашего труда. Often. Что будет? Часто. He leaves us in the dark. Часто Он оставляет нас во тьме. Do you know why? Знаете почему? Because He doesn't want us. We don't need to know everything. Он не хочет, чтобы мы знали. Нам и не нужно знать. God wants us to trust Him. Бог желает, чтобы мы доверяли Ему. How do you like little children? Как вам нравятся маленькие дети? Who have learned to ask the question why? Которые любят задавать вопрос почему? And they ask the question why? И они задают every вопрос почему каждую минуту. And pretty soon you want to say you don't need to know why everything. И очень скоро взрослый устает отвечать на вопросы и отвечает. You cannot know why everything. Тебе не надо знать. Ты просто должен послушаться. I am the parent. Я родитель. I know why. Я знаю почему. You can trust me. Ты просто поверь. Поверь и послушайся. And I think God is the same. И я думаю, Бог точно так же. He does not reveal everything because He wants us to exercise faith in Him. Он не открывает нам все до конца, чтобы мы могли проявить веру в Него. So here is His counsel to us. И поэтому вот Его совет, данный нам. Ecclesiastes 11, verse 6. Экклезиаст 11 глава, 6 стих. In the morning sow your seed. Утром сей семя твое. In the evening do not withhold your hand. И вечером не давай отдыха руке Because твоей. Because you do not know. Потому что ты what will не prosper знаешь. And what will not prosper. То или другое будет удачнее. You do not know what will be good or what will be not good. Или то и другое равно хорошо будет. So God says. Поэтому Бог говорит. Everything you find to do, do it with all your heart. Все, что ты можешь делать, делай от всего сердца. And trust me. И доверяй мне. Now you can trust me when I say this. Вы можете доверять мне, когда я говорю это. Everything you do will not always look like a success. Поверьте мне, что то, что вы будете делать, не всегда будет заканчиваться успешно. And when the things we do do not look like they are going to succeed. И когда мы видим, что начатое дело не идет к успеху, there is a tendency to feel discouraged with the things that we do. То появляется искушение разочароваться в том деле, которое мы начали делать. And this is especially so with people who are in ministry for Jesus. И это особенно касается тех, кто посвятили себя служению Иисусу. There is an enemy in the world that will fight you tooth and nail all day long, every day. В этом мире есть враг, который все свои силы приложит, чтобы разочаровать нас. And you cannot make any advancement except by hard work and fighting against the enemy. И вы далеко не продвинетесь в деле Божьем, если не научитесь двигаться вперед, стиснув зубы. And sometimes the work looks discouraging. И порою, значит, ситуация будет казаться безвыходной. Sometimes the obstacles seem insurmountable. Иногда препятствия будут казаться непреодолимыми. God says, и Бог говорит, that is none of your business. А это не твое дело. I have asked you to do this. Я попросил тебя Go это forward, делать. Поэтому иди вперед. And in due time, и в свое время I will defeat the enemy. Я поражу врага. Success is in my hands. Успех в моих руках. Yes. Да. Okay. A few years ago, несколько лет назад, the economy went south. Экономика ухудшилась. I had at my institution had a very bad year financially. И в нашем учреждении был очень
финансово плохой год. It was so bad that I настолько had to, плохой, I had to borrow money from the bank что to мне operate an institution. Пришлось брать деньги в банке, одалживать деньги, чтобы продолжать функционировать. And just at this time the economy went bad. И именно когда мы взяли кредит в банке, экономика начала рушиться. Now I thought I am finished. И теперь я подумал, все. It is all over. Раз все закончится. My economy is bad. Моя экономика плоха. The world economy is bad. Значит, в мире экономика My плохая. My donors will stop giving. Мои спонсоры перестанут давать деньги. I am finished. Все, мне конец. Do you know what happened? И знаете, что случилось? Just at this time. Именно в это время God sent $240,000 into my pocket. Бог послал нам 240 тысяч долларов. Just when the economy went this way, именно когда экономика пошла вниз, just when I am feeling like there is no hope, когда я почувствовал безнадежность, just then God said, oh, here, именно в это время Бог сказал, о, вот, есть на расходы ваши. And my economy began to go up as the world economy began to go down. И наша экономика пошла вверх, в то время как мирская экономика шла все вниз и вниз. In volume 3 of the testimonies. В третьем томе свидетельств. Page 482, paragraph 2. 482 на 482 странице втором абзаце. In God is our prosperity in life. В Боге наше преуспевание в жизни. Nothing can be done prosperously without the permission and blessing of God. Ничто не будет успешным без позволения и благословения Божьего. He can set his hand to prosper us and to bless us. Он может простереть свою руку к нам, чтобы благословить. Or he can turn his hand against us. Или наоборот, против нас. Now which would you prefer? Что бы вы предпочли? That God bless you or curse you? Чтобы Бог благословил вас или проклял вас? The Bible says. Ага, но Библия говорит. He will honor us if we honor Him. Что Бог почтит нас, если мы почтим Его. Do God's will. Совершайте Божью волю. Raise high the standard. Поднимайте высоко стандарт. Honor God. Почтите Бога. Give glory to Him. Воздайте Ему славу. He will bless you. И Он благословит вас. Mm-hmm. Okay, now. We want to look at Elisha in the Bible. А теперь давайте обратим внимание на Елисея в Библии. Elisha was a young man when he was called to the ministry. Елисей был молодым человеком, когда был призван на служение. But Elisha was the son of a wealthy farmer. Но Елисей был сыном богатого фермера. But even though he was the son of a wealthy man, но несмотря на то, что он был сыном богача, he was not ruined by being wealthy. Он не был испорчен этим богатством. The spirit of prophecy says, дух пророчества говорит, that Elisha was disciplined with hard work. Что Елисей был дисциплинирован тяжелым трудом. You have children? У вас есть дети? Teach them to work. Учите их трудиться. Nothing is more important ничто than to learn to work. Не является настолько важным для них, как научиться трудиться. It goes on to say about Elisha, и дальше написано о Елисее, that he was trained in habits of simplicity. Что он был приучен к простой жизни. Even though they were wealthy, they did not live in luxury. Несмотря на то, что его семья была богатой, они не привыкли к роскошной жизни. Now it goes on to say he was obedient to his parents. И дальше цитата продолжает, что он был послушным своим родителям. And it says he was under the teaching of God. И также написано, что он был обучаем Богом. Now if you were Elisha, и если бы мы были Елисеем, you are a young man on the farm. Представьте себе, что вы молодой человек на ферме. And you try to think what your future will be. И вы думаете о своем будущем. I suppose that Elisha could say, well, I think I will be a farmer in the future. И я думаю, что Елисей мог так думать. Ну, я в будущем буду фермером. Because this is what I have grown up doing. Потому что это то, чем я занимался и что я видел с детства. I will probably be married, I will have children. Ну, скорее всего, я буду иметь семью, жену, детей. And like my father, I will grow to have wealth because I know how to farm well. И точно так же, как мой отец, я буду приумножать свое фермерское, значит, богатство. Потому что я видел, как отец это делает.
Did Elisha know what God was planning for him? Знал ли Елисей, какие планы были у Бога относительно него? No. Нет. He didn't. Он не знал. Why did God choose Elisha? Почему же Бог тогда избрал Елисея? Because everything that Elisha did, he did it with all his heart. Потому что все, что делал Елисей, он делал от всего сердца. He did it with excellence. Он делал это наилучшим образом. And God saw him. И Бог видел его. And he said, this young man can be taught to be a prophet. И он сказал, этот молодой человек может научиться быть пророком. So we go to 1 Kings chapter 19. Поэтому откроем третью книгу царств, 13 главу. 13. No, 19. 19 главу. Третья книга царств, 19 глава. And we're going to look at verses 15 and 16. И мы прочтем текст 15 и 16. Now the texts we are about to read are not about Elisha. Эти тексты не говорят о самом Елисее. The texts we are about to read are about Elijah. Эти стихи говорят о Илии. And we're going to take a little side trip that has to do with Elisha, but a little side trip in the Bible together. И мы сейчас немножко оставим Елисея, чтобы посмотреть библейский контекст, историю, которая касается него. Verse 15. 15 стих. And the Lord said to Elijah, go. И сказал ему Господь, пойди. Return on the way to the wilderness of Damascus, and when you come, anoint Hazael to be king over Syria. Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией. And Jehu, the son of Nimshi, shall thou anoint to be king over Israel. А Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем. And Elisha, the son of Shaphath of Abel-Meholah, shall thou anoint to be prophet in my room. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. Now God knows what he wants to do with Elisha. Бог знает, какие у него планы относительно Елисея. Elisha does not know yet. А сам Елисей не знает этого. But why does he want to replace Elijah with Elisha? Но почему, скажите, Бог хочет заменить Илию Елисеем? Well, God does not bother to explain. Бог здесь не дает объяснения. He gives no explanation to Elijah. Он считает себя, не считает себя обязанным давать объяснение ни Илии. He just tells Elijah what he wants him to do. Он просто Илии говорит, что он хочет от него, чтобы он сделал. Now, if you had been Elijah, what would you have thought? Если бы вы были на месте Илии, что бы вы подумали? You see, Elijah has just failed miserably. Илия только что пережил большой кризис. In his battle with Jezebel, the queen of Israel. В его вот этих взаимоотношениях с Иезавелью. So Elijah can only think God is replacing me because I have failed miserably. Поэтому искушение Илии было думать, наверное, Бог, значит, убирает меня с позиции пророка. Elijah can only feel like this is rejection because I have made a bad. И он мог подумать, наверное, Бог отверг меня. Mm-hmm. How would you feel? Как бы вы себя чувствовали? If God said to you, I want если бы Бог сказал вам, I want you to replace yourself with so-and-so. Я хочу, чтобы твою работу теперь делал другой. Seems like I would feel bad. Я, наверное, чувствовал бы себя нехорошо. I might be discouraged. Я, наверное, разочаровался бы. I don't know. Я не знаю. I want you to notice what happens. Но я хочу, чтобы вы заметили, что случается. Watch very carefully. Очень внимательно послушайте. Elisha replaces Elijah. Елисей становится вместо Илии. Elisha receives twice as much of the Holy Spirit as Elijah ever had. И Елисей получает Духа Святого, его силы в два раза больше, чем Илия имел. Elisha works twice as many miracles as Elijah ever worked. Елисей совершил в два раза больше чудес, чем когда бы то ни было совершил Илия. But in the end, но в конце концов, who is translated, Elisha or Elijah? Кто был взят на небо живым, Илия или Елисей? Илия. Do you see something here? Видите здесь ситуацию? God does not think like we think. Бог не думает так, как мы думаем. If God was thinking like I think, если бы Бог думал, как я думаю, I would look at all the accomplishments of Elijah. Я бы
посмотрел на все достижения Илии, I would look at the fact that he had twice as much of the Spirit of God in him. Elijah. Elisha had twice as much of the Spirit of God. А если бы на Елисея посмотреть, то на нем в два раза больше, значит, Духа Божьего в два раза больше совершил. And I would think that this is the man who must be rewarded with translation. И значит, он достоин живым быть взят на небо. But God does not think like we think. Но Бог не думает так, как мы думаем. If I had been Elijah, если бы я был Илией, I would have felt humiliated, я бы чувствовал себя униженным, embarrassed, постыженным, disappointed, разочаровался бы, discouraged, потерял бы мужество, and maybe even depressed. И, может быть, даже впал в депрессию. But Elijah was none of these things. Но Илия не был таким, because he walked with God. Потому что он ходил с Богом. And he knew God. И он знал Бога. And he trusted God. И он доверял Ему. He had no ambitions for title or position in this world. Он не держался в этом мире за какие-то титулы или звания. He just wanted to do what pleased God. Единственное, что он хотел, это угождать Богу. And he was translated. И именно он был взят на небо. Do you feel bad? Чувствуете ли вы себя иногда плохо? Because God has not asked you to turn the world upside down. Потому что вас Бог не избрал, чтобы мир перевернуть вверх дном. Don't feel bad. Не чувствуйте себя плохо. Why don't you begin by turning your little project right side up? Начните с вашего проекта. Его переверните с головы на ноги. Now let's look at Elisha. Давайте опять вернемся к Elisha. К Елисею. In Prophets and Kings 2:18, paragraph 9. В книге Пророки и цари, 218 и 219 страницы. He had taken up the work that lay nearest. Он взялся за ту работу, которая была поблизости. By faithfulness in little things. Благодаря верности в малом. Is the evidence of fitness for greater responsibilities. Вернее, верность в малом – это показатель готовности к более ответственному служению. So now God sends Elijah to anoint Elisha. Итак, Бог посылает Илию, чтобы помазать Елисея. Verse 19. В 19 стихе мы читаем. 19 глава, 3 Царств, 19 стих. So Elijah departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yokes of oxen before him, and he with the 12, and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою. Mm-hmm. Do you think that Elisha understood what was happening here? Как вы думаете, понимал Елисей, что происходит? Oh, yes. О, да. It was well understood in those days. В те времена такой жест был очень понятен. That if a man cast his mantle on the shoulders of another man, если один человек на плечи другого человека возлагает свой плащ, that the other man was being anointed to take his place. Это означало, что тот другой человек должен был занять место первого. It was to Elisha a clear call from God. Для Елисея это было ясный, это был ясный призыв от Бога. Young man, I am calling you to become a prophet of the Lord. Молодой человек, я призываю тебя стать пророком Божьим. Wow. Ого. Would you like a call like this? Вы бы хотели, чтобы к вам так Бог обратился? Now the spirit of prophecy asks a question. И далее дух пророчества задает вопрос. The spirit of prophecy asks a question as if Elisha asked this question of Elijah. Это был предполагаемый вопрос или, то есть, он мог бы его задать Елисею этот вопрос. In actual fact, the spirit of prophecy does not ask the question, or, excuse me, the Elisha does not ask the question of Elijah. На самом деле Елисей ничего не спросил у Илии при этом призыве. But God wants us to entertain this question. Но Бог хочет, чтобы мы над этой мыслью, на этой мысли остановились. So this is Prophets and Kings 2:20, paragraph 0. И в книге Пророки и цари на 220-й и 221-й страницах.
Had Elisha and asked Elijah what was expected of him, what would be his work? Написано, если бы Елисей спросил Илью, что ожидает его и в чем будет заключаться его работа? What would Elijah answer? Что бы ответил Илья? Well, Elijah never answered. Ну, на самом деле, Илья ничего не ответил. Because Elisha never asked the question. Потому что Елисей никогда его не задавал. Ah, but like I say, God wants us to entertain this question. Но Бог желает, чтобы мы над этим вопросом задумались. So if you put yourself in your place, in Elijah's place. Поэтому давайте поместим себя на место Елисея и ставим себя. And Elisha asks you this question, what would you expect from Вернее, представим себя на месте Илии, и Елисей задает нам такой вопрос. What would you answer him? Что бы вы ответили ему? Well, I know what I would do. Я знаю, что я ответил бы. I'd put my arm around the boy. Я бы положил свою руку на плечо мальчика. And I would say, son, this и сказал, сынок, this is a great responsibility. Это великая ответственность. This is a high position in life. Это очень высокая позиция в And жизни. Пост, высокий пост. In order to fill this И для того, чтобы на этом посту служить, тебе нужно очень хорошее образование, основательное. I would like to recommend that you begin by becoming a colporter for the Lord. Я бы тебе в первую очередь посоветовал стать литературным евангелистом. And after you have done this successfully, I would like to say that you go to AFCO and become a Bible worker. Когда достигнешь успеха в этом, то тогда поступай в школу евангелизма и заканчивай ее. And now that you know how to do Bible work, I want you to go to Novi Obihode. Знаешь, когда закончишь школу евангелизма, отправляйся в Новый Обиходе. And become a medical missionary worker. Обрети навыки медико-миссионерского служения. Then I want you to go to the seminary to become a pastor. А затем иди в поступай в семинарию, я хочу, чтобы ты стал пастором. Then you can receive your master's degree at Andrews University. Вот, и когда ты получишь степень магистра богословия в Эндрюсском университете. And if there is time left, maybe you can become a you could have a doctorate. И если останется еще время, то тогда еще докторскую степень защитишь. And then, и тогда, if you know the right people, if you know the right people. If you know the right people. А если ты знаешь ну, правильных людей или тех людей, then maybe you can become a prophet for the Lord. То тогда ты сможешь стать пророком Божьим. Is that what Elijah would have answered? No. Once again. Is that what Elijah would have answered? Это ответил бы Илия Елисею. No. Нет. That's how we would have answered. Это так мы ответили бы. Because that is how we think. Потому что так мы мыслим. You know, every time a person asks me a question. Вы знаете, каждый раз, когда человек задает мне вопрос. I am tempted to answer it. Я имею очень сильное искушение ответить на него. Do you know how many questions were asked of Jesus in the New Testament? Знаете, сколько Иисусу в Новом Завете задавали вопросов? Jesus was asked 183 questions in the New Testament. Иисуса задали 183 вопроса в Новом Завете. Do you know how many questions Jesus answered in the New Testament? Знаете, насколько вопросов Иисус дал ответ в Новом Завете. Три. Всего лишь три. He was not tempted to answer questions because they were asked of him. Он не был искушен ответить на каждый вопрос, который ему задавали. Do you know how many questions Jesus asked? Знаете, сколько сам Иисус задавал вопрос, задал вопросов в Новом Завете? He asked 307 questions. Он задал 370 вопросов. Do you know why? Знаете почему? Because the person who asks the question has the upper hand. Потому что тот, кто задает вопрос, тот как бы в более выгодном положении. So they came to Jesus. Поэтому, когда к Иисусу приходили. And they wanted to trick him. И хотели его в чем-то на слове словить. And they knew that if they could throw the first punch, they would have the upper hand. И они думали, что если нанесут первый удар, то они сверху. So they would ask a question to trick him. И поэтому они задавали вопрос, чтобы найти что-нибудь в его словах. But Jesus always had the upper hand. Но Иисус всегда выходил из ситуации достойно. So instead of asking, instead of answering their questions, he would ask a question back. И вместо того, чтобы отвечать на вопрос, он задавал встречный вопрос. But his question carried a bigger punch. Но и в его ответе был
И в его вопросе был более мощный удар, чем тот, который наносился ему. So he won every battle. И поэтому он победил в каждом сражении. Now the spirit of prophecy answers the question that Elisha did not ask. И дух пророчества дает ответ на вопрос, который сам Елисей не задавал. And the spirit of prophecy answers it as if it is Elijah that is answering it. И дух пророчества отвечает его так, как будто бы Илия дает ответ. And the question is, what do you expect me to do? И вопрос, заданный здесь, сводится к следующему. And the spirit что ожидается от меня? And Elijah would have answered. Что мне делать? И Илия ответил бы так. Two words. Двумя словами. God knows. Он начал свой ответ словами «Бог знает». That's the answer. Вот в этом и весь ответ. People ask many, many questions. Люди задают много-много вопросов. And people expect us to know all the answers. И люди ожидают, что мы знаем все ответы на вопросы. Please tell me what to do. Пожалуйста, скажите им, как мне быть. But I don't know what you are supposed to do. Но я не знаю, что тебе делать. God knows. Бог знает. Uh-huh. But it goes on. Но дальше продолжается ответ. He will make it known to you. Бог знает и даст тебе знать. If you wait upon the Lord, если ты будешь ожидать Господа, he will answer all your questions. Если ты будешь спрашивать Господа, Он ответит тебе на каждый твой вопрос. Ты можешь последовать за мной, если уверен, что Бог призвал тебя. Know for yourself that God stands behind me. Но знай, что Всевышний стоит за моей спиной. That it is his voice you hear. Это Его голос ты слышишь. If you can count everything but dross, that you may win the favor of God, come. Если все, что ты имеешь, ты можешь отбросить как ссор ради того, чтобы приобрести милость Божью, тогда иди. What kind of man was Elisha looking for? What kind of man was Elisha looking for? Elisha. Excuse me, Elijah. Yeah. Какого преемника ожидал для себя Илия? He was looking for a man who was willing to do anything that God asked of him. Он искал такого преемника, который будет делать все, что Бог от него попросит. Do you know what Elisha ended up doing? И вы знаете, что делал в конце концов сам Елисей? Go to 2 Kings chapter 3. Давайте откроем 4 Царств, 3 главу. And we're looking at chapter 3, verse 11. 11 стих. 2 Kings 3, 11. 4 Царств 3:11. And Jehoshaphat said, And Jehoshaphat said, is there not a prophet of the Lord that we may inquire of the Lord by him? И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? And one of the king of Israel's servants answered and said, here is Elisha the son of Shaphat. И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, which poured water on the hands of Elisha, который подавал воду на руки Илии. Is that what you would have expected Elisha to do? Как вы думаете, это ли стоит делать ученику пророка? Couldn't Elijah wash his own разве это входит в его обязанности? Не мог ли Илия сам себе руки помыть? How long would you stick to that kind of program? Как вы долго в такой школе оставались бы? How long would you do so menial the work? Как долго вы согласились такой приземленной работой заниматься? Does God ever test people that way? Разве Бог не испытывает и сегодня точно так же людей? Oh yeah. О да. Oh yeah. О да. He does that. Он именно так поступает. But if we are faithful in that which is least, и если мы будем верны в малом, hand, если мы от всего сердца трудимся там, где мы сейчас, after we have been tested for a while, и после какого-то времени испытаний или проверки нашей, then God will say, come up higher. Бог скажет, поднимайся выше. I've got a bigger responsibility for you. У меня есть для тебя более ответственное служение. Shall we stand? Давайте поднимемся. Heavenly Father,
Отче Небесный. Lord, we're grateful to learn the principles behind guidance. Мы благодарны, что можем исследовать вопрос Твоего водительства. And we would like to pledge ourselves willing to do these things. И, Господи, мы посвящаем себя, чтобы желать всегда следовать Твоему руководству. Help us to study further into it. Даруй нам и дальше продолжать исследование вопроса. To learn all we can about it. Чтобы понять все, что мы можем только понять. And to submit ourselves to being led by God. И чтобы мы предали себя в Твое водительство. Help us not to care whether there is success or failure in the world. Даруй нам не переживать, будет ли успешным, продуктивным или непродуктивным наш труд. But to know only God's will for us. Но знать единственное, что Ты повелеваешь нам делать. And to do it. И чтобы мы делали это. And we thank you in Jesus' name. И мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Есть небольшое объявление. Те, кто желают присоединиться к служению